Еще один. Добрый вечер. А в смысле еще один? Потому что еще один. Давай, задавай свой какой-нибудь каверзный вопрос блогерский, будем отвечать на него. А ты уверен, что сможешь? Я постараюсь. Внимание, вопрос. А даже российскую программу поставили. Он считает, что данный звук из российской программы. Так вот, скажи, пожалуйста, что такое русский мир? Сначала ложь говорит. Давай, разовай. Да? Надо, да? Думаю, тебя спросили. Думаешь, надо ему ответить, тебя спросили. Ты сам вязал свой. Давай. Мне интересно тоже. Русский мир. A few minutes later. Это правосудие, это порядок, это демократия. Правосудие. Ты считаешь, что оно в России есть? Я не отвечу за весь российский народ, я за себя ответил. Русский мир, он где-то у тебя отдельно в доме, или он касается всех? Понятия разные. Чувак, ты мог точно так же сказать, что русский мир – это стол, стул и бычок на столе? Ты чувака увидишь в зеркале. Ты считаешь, что чувак – это оскорбительное слово? Для меня – да. Почему? Ну, потому что я не приемлю это слово в отношении себя. А что оно означает, ты хотя бы знаешь? Да просто мне неприятно слышать это слово. Тебе достаточно этого? И если ты не понимаешь его обозначение, как оно может быть тебе неприятно? Это аббревиатура, которая четко имеет перевод и определение. А переведи его. Чувак. Человек, уважающий высокую американскую культуру. Ну, это для меня оскорбление. В чем? Потому что я не уважаю американское... Ты сидишь сейчас в футболке, на которой... На каком языке написано? Да не важно, на каком она написана. А если это неуважение, в таком случае почему на тебе футболка явно не с русским текстом? В чем твое противоречие к американской культуре как таковой? В их наклонностях. И при этом, при всем, ты носишь футболку, на которой написано на английском. Это мой протест. Так может быть ты вместе сейчас с другом тоже попротестуешь? Ну, если ты так выражаешь свой протест. Это ваша, вот это вот, протест. Я тебе напомню, ты сейчас сидишь в футболке, против которой на самом деле ты что-то только что сказал. Это ж вы там за высокую американскую культуру, это ваша там. Для того, чтобы сейчас что-то подобное говорить, тебе надо либо снять футболку и надеть тельняшку, вот либо вообще даже эту тему не затрагивать, потому что выглядит это крайне тупо, ты ж понимаешь. Нет, судить, что мне надо делать, ты там подхали. А почему ты начал переходить к оскорблениям дальше? Что случилось? Я тебя опять чем-то обидел? Потому что ты американская пропагандистская мерзость. Аргументируй, пожалуйста. Высокая американская некультура. А ты видел, куда я его кинул? Видел, конечно, в русский мир. А что ты знаешь про русский мир? Да вот я с ним общаюсь уже 16 месяцев. Смотрю каждый раз. Русский мир это вот. Вот это все. Вот это ты присоединился.